Здравствуйте! Вы смотрите «Время новостей» на МТВ. В студии Инна Емельянова. Сегодня к проекту «Норма жизни» присоединились добровольцы, будущие медики. В регионе стартовала вакцинация от COVID-19 новым назальным препаратом. Волгоградское водохранилище специалисты выпустят очередную партию молоди рыб. Корреспонденты МТВ пообщались с семьей, которая обрела свое счастье с помощью ЭКО. На 8-м путепроводе в Дзержинском районе приступят к укладке финишного слоя асфальтобетона. Когда обновленный участок дороги откроют для автомобилистов? Об этом и многом другом расскажем в течение дня в наших следующих выпусках. А в ближайшие полчаса вы узнаете. Волгоградские добровольцы, участники специальной военной операции, получат по 100 тысяч рублей. Такое решение принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Какие прививки делают мобилизованным волгоградцам и куда жители региона могут обратиться по любым социальным вопросам? Благодаря новому кабинету профориентации у учащихся 5-го лицея появилась уникальная возможность познакомиться с востребованными профессиями. Какой вклад в озеленение Волгограда вносят маленькие участники экологического проекта «Проросток»? В преддверии 80-летия разгрома советской армии фашистских войск в Сталинградской битве Волгоградское отделение Союза журналистов России объявляет конкурс «Мой край». Сколько номинаций, когда подведут итоги? А теперь обо всем по порядку. По 100 тысяч рублей получат добровольцы из Волгоградской области, участвующие в СВО, а меры поддержки будут распространяться и на их семьи. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Бочаров в рамках рабочей встречи с волонтерами. Будет справедливо, что и тем, кто призван в рамках частичной мобилизации, и тем, кто пошел добровольцем, будут предоставляться выплаты из бюджета, подчеркнул глава региона. Подробный материал сейчас готовится к эфиру. Мы покажем его в наших следующих выпусках. Мобилизованным волгоградцам сделают прививки от самых распространенных инфекций. Граждане, призванные на службу в ходе частичной мобилизации, пройдут вакцинацию перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время призванных на службу жителей прививают от гриппа, гепатита, брюшного тифа, дифтерии и столбняка. Перечень прививок для мобилизованных формируют специалисты Министерства обороны Российской Федерации, исходя из эпидемиологической ситуации. Со временем он может меняться. Накануне в Волгоградской области торжественно проводили очередную группу мобилизованных в учебный центр Минобороны Российской Федерации. Военнослужащим, призванным из запаса, предстоит пройти ряд практических занятий. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. 64 жителя Волгоградской области заразились ковидом за минувшие сутки, в том числе 6 детей. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. Победить инфекцию смогли 83 пациента. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. Сейчас заболеваемость идет на спад, однако в России выявили два новых штамма коронавируса. Один из них – подвид омикрона – Цербер. В дальнейшем они будут распространяться по всей стране. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Между тем, с сегодняшнего дня привиться от ковида волгоградцы могут новой назальной вакциной. Она уже поступила в прививочные пункты региона. Как и в случае с прививочными инъекциями, назальный спутник ВИ вводят в два этапа с перерывом в 3 недели. В регионе открылся новый контакт-центр, куда жители могут обращаться по любым социальным вопросам. Необходимую информацию о взаимодействии с пенсионным фондом, фондом социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы, учреждениями системы соцзащиты, труда и занятости населения теперь можно узнать в одном месте. Все подробности в нашем следующем материале. Выплата носит единовременный характер, никаких заявлений, документов подавать на нее не нужно. После того, как списки с воинской части поступят в комитет, в течение 5 рабочих дней выплата производится на карту. Рабочий день главного специалиста контакт-центра Елены Андреевой начался в 8:30. Всего за час она приняла более 20 звонков. Люди обращаются по разным вопросам, в числе самых популярных тем мобилизации. В наше непростое время у людей достаточно сложная ситуация, у них мобилизовали близких, поэтому вопросы в основном такого характера, что делать, помогите, куда обратиться. Но мы стараемся
как можем выслушать и морально поддержать, и помочь. Контакт-центр работает с 8.30 до 17.30 в день. На каждого специалиста приходится до 120 звонков. Чтобы эмоционального выгорания не произошло, организованы технические перерывы, подготовлена комната отдыха. Пока в контакт-центре 7 специалистов. В течение месяца штат будет укомплектован до 30 человек. Отбор сотрудников тщательный. Чтобы люди могли квалифицированно отвечать на вопросы, чтобы доводили любой вопрос до логического конца. Вот, поэтому, чтобы были грамотными и корректными в ответах. По бесплатному телефонному номеру 8 800 6000 300 жители региона могут получить консультацию по социальному обслуживанию, узнать о полагающихся выплатах, субсидиях и компенсациях, услугах. В режиме реального времени проверить статус рассмотрения заявления, финансирования, узнать о назначении меры социальной поддержки. Кроме того, единый контактный центр позволяет получить информацию или решить вопросы в сферах пенсионного, социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы, труда и занятости. Единый контакт-центр запущен в рамках проекта «Социальное казначейство». Единый контактный центр, он создан как одно из звеньев социального казначейства, которое сейчас создает Российская Федерация. Вот операторами первой линии являются федеральные органы и органы пенсионного фонда. Они уже подключены к этой линии. Мы, операторы второй линии, то есть объединяем мы вопросы, которые касаются социального обслуживания, социальной защиты населения на территории вот именно Волгоградской области. Первым на обращение отвечает виртуальный помощник, дает информацию по самым типовым вопросам. При необходимости он переводит вызов на оператора первой или второй линии. Вторая линия, куда и входят специалисты социальной защиты населения региона, предоставляет подробную информацию и консультации после идентификации личности человека. Также по единому номеру единого контакт-центра могут обратиться семьи мобилизованных по вопросам дополнительной социальной помощи. Напомним, решением губернатора разработан и реализуется целый ряд мер поддержки мобилизованных и их семей, открытой горячей линии. Ирина Абрамова, Дмитрий Макаров. Время новостей. В Волгоградском лицее номер 5 имени Юрия Гагарина при поддержке «Лукойла» открыли кабинет профориентации. В нем школьники будут не только изучать технические науки, но и знакомиться с особенностями профессий в сфере нефтедобычи и энергетики. Как старшеклассники уже сегодня могут позаботиться о будущей карьере и в чем преимущество трудоустройства в отраслевых предприятиях, ведущие специалисты нефтегазовой компании рассказали ребятам на открытом уроке. Новый кабинет физики для лицеистов – настоящий плацдарм для покорения профессиональных вершин. Все инженерные сети отремонтированы, установлено современное оборудование, мебель выполнена под заказ. На информационных стендах – фундаментальные достижения ученых, алгоритмы добычи нефти и значимые проекты компании «Лукойл» и его научно-технического полигона «Ритек». Раньше класс выглядел совсем по-другому. Было чувство восторга, что так все поменялось. В новом пространстве ребята смогут узнать об особенностях работы в нефтегазовой отрасли, определиться с выбором профессии и, вполне возможно, пополнить ряды высококвалифицированных специалистов. На открытом уроке лицеистам рассказали, как при поддержке «Лукойла» будущих нефтяников обучают в образовательном центре в филиале Пермского политехнического университета в городе Кагалым. Наши сегодняшние школьники – это выпускники 2027-2028 года. И сегодня, находясь здесь в 2022 году, они могут смело сказать, что выбрав обучение в нашем образовательном центре, выбрав путь в корпоративные группы с компанией «Лукойл», у них будет первое место работы. Я хочу связать свою жизнь непосредственно с нефтью, с работой в топливно-энергетических компаниях, таких, например, как «Лукойл», ну или вот дочерняя компания «Ритек». И теперь я знаю то, что я могу при хороших баллах на ЕГЭ поступить в этот филиал, в этот вуз и стать хорошим специалистом. Дизайн кабинета физики выполнен по международным стандартам. Есть две функциональные лаборантские. Как педагог я захожу в кабинет и говорю: «Вау! Мы очень рады, что Ритек «Лукойл» выбрал наше учебное заведение. И это не случайно, ведь мы ежегодно выбираем физику как профильный предмет на едином государственном экзамене, успешно сдаем». В пространстве будут проходить не только уроки по профориентации, но и научные конференции, семинары и тематические встречи. Лицей номер 5 имени Юрия Гагарина в топ-300 лучших учебных заведений страны.
Украины и в этом году отметит свое 95-летие. Екатерина Кудряшова, Дарья Коломыченко, Виктор Хиврин и Виталий Грищенко. Время новостей. Символ мощи, доблести и славы. Аллея из 50 саженцев благородного дуба пополнила сегодня территорию мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Свой вклад в озеленение территории внесли самые маленькие участники экологического проекта «Проросток» – воспитанники детского сада номер 348 Советского района Волгограда. Зеленый подарок городу юные жители сделали в преддверии годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, который отмечается 19 ноября. Тему продолжит Дарья Коломыченко. В руках хоть и небольшие, но лопатки и грабли первый саженец дуба. На территории Мамаева кургана высаживают воспитанники детского сада номер 348 Советского района. Несмотря на возраст, юные агрономы с процессом посадки знакомы достаточно хорошо. С начала экопроекта «Проросток» они уже озеленили двор любимого садика, а еще поделились саженцами с другими образовательными учреждениями города. Только вместе, только дружно помогать природе! На протяжении года ребята вместе с воспитателями проращивали желуди. И вот результат – дубовая аллея на главной высоте России. Место для посадки благороднейшего из деревьев выбрали не случайно. В преддверии дня контрнаступления советских войск под Сталинградом очень гордо, что наши воспитанники делятся результатом своей работы на этой великой земле. Осенняя высадка – самая благоприятная для того, чтобы растение принялось. Дуб – дерево прихотливое, поэтому сажают его закрытой корневой системой. Сохранение почвы, в которой он рос и развивался, это уже 50% успеха. В лунке также засыпают торф и удобрения. По словам агрономов, условия для выращивания дубов здесь хорошие. Здесь регулярный полив, внесение удобрений, современные агротехнологии. Вот дуб вообще это дерево, как скажем так, это благородное дерево, мужество, мощи. Но их мало. Их и на Мамаевом кургане мало, и в городе у нас мало. Их надо научиться выращивать. И хорошо, что взялись за эту работу и применяют здесь именно передовые технологии. Только с закрытой корневой системой должен высаживаться дуб. Ну, это такая порода, такая культура. Высаживать аллею юным волгоградцам помогают волонтеры и коллеги. Ребята из образовательных учреждений, которые уже включились в экопроект «Проросток». Мы занимаемся помощью по реализации федерального проекта «Проросток» детскому саду номер 348. Начали помогать с этого года, вот буквально с сентября. Уже были на территории детского сада, помогали. Сегодня занимаемся вот высадкой на территории моего кургана. Это памятное место, очень важно чтить память, следить за этим местом, заниматься его благоустройством. У нас в школе есть лаборатория по выращиванию саженцев, различных растений. Вот. Нам все это очень нравится. Мы хотим вкладывать в наш город какие-то усилия, как-то ему помогать, озеленять его. Участники экологического проекта постоянно пополняют запасы семян и проростков, выезжают в Волго-Ахтубинскую пойму лесничества региона. Сегодня они и сами получили зеленый подарок – 4 ведра желудей от городских активистов. Их распределят между всеми образовательными организациями Волгограда, которые участвуют в проекте «Проросток». Эти желуди, они были собраны молодежью, жителями Ворошиловского района, за Краснослободском, в лесничестве. Нам помогали лесники. Вот. Съездили в выходной день, потратили немножко своего времени, но зато сколько пользы и добра будет для города. И дай бог, чтобы каждый желудь пророс. Экологические мероприятия в рамках проекта в областной столице стартовали в конце 2021 года. Флагманами «Проростка» стали детский сад номер 348 и средняя школа номер 54 Советского района Волгограда. Сейчас к экоотряду присоединились уже 8 школ и 22 детских сада областной столицы. Почти за год плодотворной работы экологический десант высадил на территории города, в том числе в районе школ, детских садов, больниц и жилых территорий, 1500 саженцев деревьев, более 400 кустарников и 3500 цветов. Дарья Коломыченко, Александр Шишин. Время новостей. 80 лет назад Сталинградская битва стала решающим сражением на пути к победе советских войск над фашизмом в Великой Отечественной войне. Роль исторического события переоценить невозможно. И по сей день на территории нашего региона и всей страны эту память бережно хранят и берегут.
преддверии юбилейной даты Волгоградское отделение Союза журналистов России объявляет конкурс «Мой край», итоги которого подведут 2 февраля 2023 года. На конкурс принимаются работы журналистов об истории области и значении Сталинградской битвы, роли победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Отражение в материалах могут найти также события и праздники, сохраняющие историческую память, военно-патриотические мероприятия, истории ветеранов войны и тружеников тыла, номинации 2. Первая номинация – это, собственно, про Сталинградскую битву. Про то, что здесь происходило с точки зрения истории, с точки зрения людей, с точки зрения, как это повлияло на нас, на нашу жизнь, на нашу современную жизнь. Эта номинация называется «Я помню, я горжусь», и она для всех волгоградских СМИ, в том числе и для вас. Во второй номинации «Ближе к людям» о значимых социально-общественных явлениях и событиях, происходящих в муниципалитетах региона, в том числе связанных со Сталинградской битвой, могут участвовать журналисты районных СМИ. Конкурс проводится с целью повышения профмастерства журналистов и популяризации значения Сталинградской битвы. Остались люди, остались воспоминания, остались памятники, осталось много того, что показывает, какой вклад Сталинградская битва и как она повлияла на то, как мы сейчас живем. Работы уже принимаются, уже можно подавать прямо сегодня, и будут они приниматься до 20 января. Победителям конкурса вручат памятные знаки и денежные премии. С условиями и положением конкурса можно подробно ознакомиться на сайте Волгоградского регионального отделения Союза журналистов России. До 4 лет тюрьмы грозит жителю Николаевского района за кражу продуктов. На севере Волгограда задержан грабитель торговых павильонов, а пенсионерка из Центрального района перевела телефонным аферистам свыше 2 миллиона рублей. Сводку происшествий за минувшие сутки озвучит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД Яна Маркина. В Краснооктябрьском районе полицейские задержали подозреваемого в серии краж из торговых павильонов. На протяжении сентября и октября текущего года в полицию поступило несколько заявлений от владельцев торговых павильонов, расположенных в Краснооктябрьском районе. Во всех случаях заявители сообщали, что неизвестный путем разбития окон тайно проникал в торговые точки, откуда похищал денежные средства и продукты питания. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 19-летнего местного жителя, который сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. В Николаевском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже. 46-летний, неработающий, неоднократно судимый местный житель подбежал на улице к женщине и выхватил из ее рук 2 пакета с продуктами питания. Подозреваемый сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Очередные факты мошенничества зарегистрированы на территории города Волгограда. В Центральном районе 72-летняя пенсионерка лишилась свыше 2 миллионов рублей, поверив лжесотруднику банка, который убедил пожилую волгоградку перевести деньги на так называемый безопасный счет. Уважаемые граждане, будьте бдительны, не верьте сомнительным звонкам, не впадайте в панику от услышанного, не переводите неизвестным свои сбережения. Когда Дед Мороз приедет в Волгоград? Можно ли распознать депрессию с помощью искусственного интеллекта? И как избежать резких скачков давления? В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала mtv.online. Двенадцать слоев краски сняли с памятника танку Т-34 на севере Волгограда. Реставраторы возвращают боевой машине первоначальный вид. По завершении всех работ легендарная 34-ка предстанет именно такой, какой сошла с конвейера завода. Акция здоровья волгоградцам предлагают получить бесплатную консультацию у врача-онколога. Расскажем, как и когда можно попасть на прием. Распознать депрессию с помощью искусственного интеллекта. В Волгограде пройдет окружной хакатон под названием «Цифровой прорыв». Какие задания ждут участников?
Дед Мороз отправился в очередное путешествие по нашей стране. Поезд из Великого Устюга прибудет в Волгоград 14 декабря. Какую программу подготовил зимний волшебник для маленьких горожан, читайте на нашем сайте. Отказываемся от фастфуда и добавляем в рацион сезонные овощи. Составляем меню на осень по рекомендациям диетолога. А также, как избежать резких скачков давления, почему не стоит открывать электронные письма, где сообщают об отсрочке от армии, и рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Волгоградской области. Все это и не только читайте на сайте mtv.online. По народному календарю сегодня отмечается Агафонов день. В старину 26 октября было принято ходить в храм, а после топить баню. Сегодня не стоит разговаривать с незнакомцами, иметь дела с людьми, которых вы видите в первый раз. Высок риск оказаться обманутыми. Нельзя ругаться и вступать в конфликты как на работе, так и дома. О других приметах и запретах на этот день расскажет мой коллега Алексей Ячевский. Здравствуйте, в эфире МТВ «Народный календарь», в студии Алексей Ячевский. И сейчас я расскажу вам о народных приметах, обычаях и, конечно же, праздниках. Сегодня отмечают праздник в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы, которую именуют также «вратарницей» или «привратницей». Икона почитается как чудотворная. Ее оригинал, написанный по преданию евангелистом Лукой, хранится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Существует такая легенда об обретении иконы. В 9 веке одна жительница Никеи, желая спасти лик Богородицы от иконоборцев, опустила икону в море, где она хранилась на протяжении 2 столетий. В 11 веке монахи Иверского монастыря увидели посреди водной глади изображение Божьей Матери, поддерживаемое огненным столбом. Преподобный Гавриил, святогорец, по указанию Девы Марии, прошел по воде к иконе и перенес ее в монастырь. Однако утром лик обнаружили над воротами обители. Так повторялось несколько раз, пока в конце концов икону не оставили на том месте, которое она для себя выбрала. С тех пор ее стали называть «привратницей» или «вратарницей». Эту икону очень почитали на Руси. Иверской иконе Божьей Матери молились об избавлении от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе. Также в молитвах просили защитить от пожара и об умножении плодородия земли. На Иверскую русские люди обычно устраивали банные обиходья. Жарко топили баню, ставили на полки настои из целебных трав и приводили в парилку больных падучей эпилепсией. Говорили, что лечебный травяной дух может изгнать абсолютно все болезни. Стоит заметить, что в этот день запрещено доверять незнакомцам, иначе увеличится риск обмана. Именно поэтому в домах 26 октября должны быть все свои. Не рекомендуется хвалиться своими достижениями, ведь тогда можно лишиться чего-то очень ценного в жизни. Выяснять отношения в этот день тоже нельзя, иначе разговор превратится в ссору, и вся неделя будет насыщена скандалами. Стоит использовать черную одежду, в противном случае ваши планы могут сорваться, а мирные беседы превратятся в конфликты. Ну и, наконец, не рекомендуется в этот день начинать новые дела и планировать поездки. Также запрещается употреблять спиртное, ну и, конечно же, стоит обращать внимание на приметы погоды. Петух вечером неожиданно начал кукарекать к перемене погоды. Облака с юга быстро по небу бегут к непогоде. Солнце восходит из-за туч к перемене погоды. Облака красного цвета к дождю. Если облака с юга идут к порывистому ветру. Ну а сейчас по традиции в конце выпуска поздравим наших дорогих именинников.
Вениамин, Иннокентий, Карп, Никита, Николай, Трофим, от всей души поздравляем вас. Ну и на этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. И помните, только на МТВ, несмотря на приметы и прогнозы синоптиков, всегда хорошая погода. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Для него любовь к искусству неразрывно шла с любовью к родине. Он снял 55 кинокартин, среди которых «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя» и «Ворошиловский стрелок». А также он написал сценарий для «Пиратов 20 века», самого кассового в истории советского кинематографа фильма. В программе «Легенды кино» вы узнаете о жизни и творческом пути режиссера и актера Станислава Говорухина. Смотрите сразу после выпуска новостей в 14:30. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире на МТВ уже в 17:00. Не переключайтесь. Сегодня в Волгограде существенных осадков не предвидится, местами туман, ветер юго-восточный от 6 до 11 метров в секунду, температура воздуха днем от 7 до 9 градусов тепла.